существо. Итак, дорогие друзья, начинается поединок. Весовая категория 60 килограммов. Ахмед Муцольгов, красные перчатки, он выше ростом. Красные трусы. Его соперник Георгий Кицеридис. Черные трусы, желтые перчатки. У нас серьезная разница в росте между бойцами. 175 сантиметров рост Ахмеда Муцольгова и на 12 сантиметров ниже его соперник. Да, итак, бойцы пока сейчас встретились в центре ринга. Идет такая позиционная борьба, такая разведка. Оба друг друга очень много финтов раздергивают и время от времени выстреливают лоу-киками ногами. Оба бойцы молодые, 22 года на самом деле. Кицеридису, несмотря, вот может быть, там борода ему придает зрелости, но ему 22 года и на год младше всего Ахмед Муцольгов. Да, практически ровесники. И здесь поактивнее чуть-чуть уже наш кипрский гость. Такое ощущение. Он так начинает, мы видим, поддавливать Муцольгова. Огрызается таким мид-киком. Слева Ахмед. И подпускает пока Ахмед на среднюю дистанцию к себе Георгия Кицеридиса. Если такую продолжать греческо-кипрскую аналогию, то Кицеридис выглядит гораздо смелее, чем Анастасиадис. Это первый раунд, и вот сейчас очень неплохая двойка была в исполнении Муцольгова. Хлесткая, быстрая. Лоу-киками продолжает работать Кицеридис. Да, он видит, он попадает и достаточно успешно сам успевает защищаться от лоу-кика. Мы видим, он, в принципе, и по этажам работает. Здесь справа хай-кик был на месте руки Муцольгова. На ближнем он попытался коленом нанести коленом, да, но пока плотно, хорошо прикрыт Ахмед Муцольгов. Ну вот я могу сказать, что этот поединок пока что конкурентный. То есть здесь такого нет, что кто-то явно выигрывает. Здесь вполне себе конкурентно. Но может поактивнее Кицеридис все-таки немножечко. Но вот сейчас ситуация у нас меняется в ринге, и пошел было вперед Ахмед Муцольгов. Но тут же Кицеридис переходит в клинч и даже успевает нанести один удар коленом, за что получает устное замечание за клинч от рефери. Вот тут прошел удар слева по корпусу на ближней у Кицеридиса, но отвечает комбинацией Муцольгов. Мы видим опять достает слева по корпусу с руки Кицеридис соперника, и Муцольгов бросается в атаку. Поджал немножко он канатом своего соперника, но тут клинчует. Кицеридис и тут же контратакует, мы видим. Стоп!
Ну что ж, первый раунд позади. Здесь явное преимущество сложно кому-то отдать. На мой взгляд, еще ничего в этом поединке не ясно. И давайте смотреть, что будет дальше. Да, достаточно близкий первый раунд. Для тех, кто только что к нам присоединился, напоминаем, дорогие друзья, вы смотрите прямую трансляцию на телеканале Бокс ТВ из города Пятигорска. Турнир по профессиональному кикбоксингу по правилам К1. Битва «Ураган». И сейчас будет второй раунд поединка между Ахмедом Муцольговым на ваших экранах сейчас и его соперником из Кипра Георгием Кацеридисом. Весовая категория до 60 килограммов легкий вес. Ну, сейчас Ахмед Муцольгов получит наставление тренера и внесет какие-то коррективы в свой поединок. Ну, я думаю, да, потому что Кицеридис смотрелся поактивнее, на мой взгляд, и так больше выбрасывал ударов. Вполне возможно, не стоит его подпускать так близко к себе и работать, пытаться наносить удары на дальней дистанции. Ну, то есть, начинать все-таки извлекать дивиденды из преимущества в росте. Абсолютно верно, да, это было бы логически правильно. Но посмотрим, вполне возможно, может быть, и будет такой конкурентный бой на средней дистанции. Вот начинает очень неплохо с джеба, и вот этот передней ногой прямой удар очень хорошо наносит сейчас Ахмед Муцольгов. Но ему нужно, да, постоянно сбивать атаки, которые готовит Кицеридис. Кицеридис обычно работает комбинациями, старается все-таки бить не одиночными ударами, а при случае, ну вот сейчас одиночными, а при случае он всегда готов провести комбинацию. Да, и очень часто успешно работает на контратаке Георгий Кицеридис. Ну, вот сейчас два удара с ноги прошли Муцольгова. Но мы видим, что настойчив Киприот. Его так просто не отгонишь. Он идет вперед постоянно. Он понимает, что отступая, он окажется в невыгодном положении. Вот, справа сейчас такой свинг пропускает. Колески, да, такой крюк. Киприот, но тем не менее, показывает, что со мной все хорошо. Вот за счет вот этого левого джеба и атаки с передней ноги. Очень успешно получаются атаки у Муцольгова. Проходит еще раз у него удар с руки в голову. Опять-таки справа. Отрезается комбинацией кипрский боец. Пытается сейчас перейти в контратаку. Кацеридис. На месте руки Муцольгова. Защитился хай-кика. Тут же перешел, попытался, была попытка перейти в клинч. И вот здесь на месте руки у Киприота, и тут же отгружает удар с ноги он. Попадает сейчас справа с руки. Хорошая атака, да, была в исполнении Муцольгова. Перехватил кипрского бойца. Но здесь действительно очень конкурентный бой. И темп постепенно увеличивается. Да, такой конкурентный поединок. И вы слышите по, кстати, реакции публики. На средней дистанции часто успевает контратаковать Георгий Кацеридис. А рубка настоящая какая у нас здесь. Будет на встречных курсах. Но это то как раз, что и нравится болельщикам профессионального кикбоксинга. Да. И вообще болельщикам единоборств. Единоборств. Какой хороший снизу апперкот бросал сейчас Муцольгов. Он не достиг, к сожалению, цели. К сожалению, для него и к радости, конечно же, для греческого, для киприотского бойца. За идею 5, за исполнение меньше. Вот здесь поджал своего соперника канатом, и надо работать. Да, но бэкфист не дошел ему Муцольгова. Клинч только что был. Но вот сейчас здесь, по-моему, зацепил такое ощущение и почему-то полез клинчевать Муцольгова. Вот этот темп, который взвинтили ребята во втором раунде, конечно, придает зрелищность этому поединку. Ну и сразу же становится ясно, кто посильнее, получше готов функционально. Два раунда позади, и опять-таки, ну, на мой взгляд, вторая также была не менее конкурентная, чем первая. И здесь я тоже не могу кому-то одному отдать почти. Были удачные моменты и у одного, как и у второго бойца. Согласен. Поэтому с тобой. Нас ожидает третий раунд, и я думаю, что он будет еще интереснее, потому что здесь нужно по максимуму выложиться и тому бойцу, и другому, чтобы одержать победу. Плюс ко всему, уже обстановка в ринге накалена. Да. Бойцы разогреты вот этим обменом ударов во втором раунде. Поэтому я тоже ожидаю, что третий раунд будет гораздо еще интереснее, чем второй.
поддержим спортсменов этой легкой схватки. Напоминаю, что в синем углу ринга сражается боец из Кипра Георгий Кацавлидис. И в красном углу ринга боец, который представляет Российскую Федерацию, Ахмед Мусольга. Поддержим Ахмеда и поддержим Георгия. Ну что ж, у нас заключительный третий раунд сейчас начнется. Напоминаем, Ахмед Муцольгов, Георгий Кицеридис, весовая категория до 60 килограммов. Прямая трансляция на телеканале Бокс ТВ из солнечного Пятигорска. Итак, под аплодисменты зрителей начинается третий раунд. Сразу такой обмен в центре ринга. Обмен ударами. Да, и достаточно энергично работают бойцы. Мы видим, проходят периодические удары слева по корпусу у Кицеридиса. Вот сейчас поджимает слегка Муцольгов его канатом. Удары с рук приходится в защиту, а удар коленом достигает цели. Мы видим опять комбинации такой быстрой, взрывной. Очень быстро, да, но не очень акцентированная. Вот и опять плотно этот крюк по корпусу, на что был пропущен джеб. Да-да-да. Опять-таки непонятно, кто, то есть тем интереснее, да, что неясно, нет явного. Каждый из бойцов после своей атаки после атаки соперника пытается реваншироваться, и поэтому идет таким переменным успехом поединок. Да, так по очереди работают бойцы. Сначала один активничает, затем другой отвечает. Ох, какой пропускает сейчас Муцольгов, опасный. Да, такой хайкик с левой ноги, с передней забрасывал в голову Кицеридис. Туда показывает он, что был нанесен ниже пояса, конечно же, не специально. Есть время восстановиться, делает Кицеридис по правилам. Не знаю, вот, в кикбоксинге до скольки, вот в профессиональном боксе дается до 5 минут право восстановления. Не могу сказать точно по правилам, но вполне возможно примерно такое же время. Ох! У нас, смотрите, у нас кипят страсти, раз за разом пропускают эти удары по корпусу в ответ Муцольгов. Пошел в размен Георгий Кицеридис. Кицеридис оказался таким очень куражным киприотом. Да, сейчас мы видели, забрасывал такой он свинт с правой руки. Показывает он, давай-давай, подбадривает и себя, и соперника. Так, немножечко шоуменства. Ну, здесь нокдаун. Нет? Нет, потерял равновесие просто. Потерял равновесие. Муцольгов. Ну, больше выбрасывает сейчас Кицеридис, и точнее он. Вот эти падения, конечно, они не на руку Ахмеду. Абсолютно. Опять обрабатывает корпус. Немножко, да, Кицеридис перехитряет. Здесь как раз-таки киприотский боец. Он вызывает к себе. И вот этот размен на средней и ближней дистанции больше, конечно же, на руку Георгию Кицеридису. Мы видим, что очень неплохо он готов. И не зря три раза становился чемпионом Кипра. Да, ну вот, наверное, хотелось бы, чтобы Ахмед Муцольгов больше делал работы на дистанции, на дальней дистанции. Но тут уже наседает Кицеридис. Он начинает потихонечку, на мой взгляд, перерабатывать Муцольгова. И Ахмеду нужно, на мой взгляд, что-то такое серьезное отгрузить, чтобы сбить, так сказать, пыл вот этот вот. Да, который кипрёцкого бойца. Сейчас на кураже так Георгий Кицеридис. И вот концовка третьего заключительного раунда. Ну что ж, позади третий раунд, на мой взгляд, кипрёт был получше. Посмотрим, узнаем все, что решат уважаемые судьи. Да, мы ожидаем судейского решения этого поединка. Мы видим, как показывает всем, да, своим видом Георгий, что считает, что полностью он уверен в своей победе. Мы же дождемся судейского решения. Итак, уважаемые дамы и господа, еще буквально 30 секунд, не более минуты, как будут собраны все судейские записки, отнесены на стол главного судьи, и там уже будет вынесен официальный вердикт. Судейские коллеги, который должен быть подтвержден супервайзером турнира. Видите,
в этой нелегкой схватке, дамы и господа, единогласным решением судей победу все же одержал боец, который представляет Ну что ж, дорогие друзья, мы поздравляем Георгия Кисилиниса. Такую трудовой, тяжелой, но тем не менее заслуженной победой за счет третьего раунда, на мой взгляд, он его.